скажіть, ви будете на всіх засіданнях Верховної Ради, як це потребує ваша робота, і чи ви будете голосувати самостійно і не передавати свою картку іншим народним депутатам? Я був депутатом не двох созивів. В третьому созиві я був депутатом від нашої України, де карточки збирали. Да? Так от я ніколи практично свою карточку не віддавав. Практично. Було, треба зізнатися, що кілька разів було. Тому ко мені були претензії, що у мене не 100% вихід на голосування, на перебування в Верховному Совєті. Я, допустим, 7 лет возглавлял межпарламентскую группу Украины и Израиля, уезжал. Я иногда, ну, честно говоря, что по каким-то причинам не был на заседаниях. Но так моей карточки не было, то ко мне предъявляли претензии, что я, в общем, не так много, как нужно, пребываю в Верховном Совете. То есть вы будете персонально голосовать? Я очень не люблю, чтобы голосовали моей карточкой. У меня есть очень негативный опыт, когда... Я вышел из зала, и моя карточка проголосовали против Конституции. Правда, не в решающем голосовании, в решающем я голосовал сам. Но было там много пробных голосов. Так все ж таки, вы будете голосовать только персонально. Поэтому я буду делать все возможное, чтобы голосовать персонально.